Здравствуй, Денис. Мы с тобой продолжаем сборку нашего самолета, да, с тобой. На прошлом занятии мы с тобой закончили вырезать корпус, закончили вырезать два элемента, это турбины, вот эту вот деталь и вот эту. У нас с тобой осталось необходимо вырезать четыре детали. Это хвост, да, вот он. Хвост нашего самолета и два фрагмента фюзеляжа. Ну, приступим потихонечку, вырезаем элементы хвостового оперения. Самое главное, мы не торопимся, делаем все работы аккуратненько. Здесь вот можно пользоваться линеечкой. Здесь я пока просто обрежу, чтобы мне было удобнее. Чуть одну сторону отложим и продолжаем вырезать наши элементы. Здесь вот аккуратненько прорезаем. Самое главное, делаем все не торопясь и делаем аккуратно. Аккуратно вырежем, аккуратно склеим. У авиаторов, у самолетостроителей существует такая поговорка. Красивый самолет красиво летает. Поэтому мы делаем все красиво. Вот у нас тут остался. Очень здесь надо быть аккуратным, потому что достаточно тонкий элемент остался. Вот. Все. А, нет, вот еще маленький фрагментик, где мы с тобой
Недорезали. Вот все. Так. Здесь мы смотрим, накладываем, можем сравнить, правильно ли мы обчертили. Накладываем. Да, вот здесь вот. Вот здесь потихоньку, полегоньку прорезаем вдоль. Отрезаем. Так, здесь боль, потом выкладываем по линии. И прорезаем. И здесь что-то у нас не дорезалось. И вырезаем вот эти вот внутренние. Раз. И подрезаем немножечко вот здесь. Вот. Два. Все, то есть вот они у нас, два хвостовых оперения с тобой готовы. Приложили, посмотрели. Одинаковые. Откладываем в сторону. Приступаем к вырезанию фюзеляжа. Достаточно сложная деталька такая, потому что здесь большинство криволинейные поверхности. Если где-то есть поверхности прямые, то не столько много, как хотелось бы. Убираем. Здесь вот нос так вот наискосок убираем. И не торопись, прям по линии. Так, верхнюю часть вырезали. Это в сторону. Теперь нам необходимо с тобой вот именно вырезать нижнюю часть. Ну, давай будем смотреть, где у нас нижняя часть. Нигде не соприкасает, не выступают и фрагменты. Нет, значит, вот так вот по линии обрезаем. Есть. И теперь пошли аккуратненько прорезаем вот эти вот все вот такие вот фрагментики. Очень аккуратненько. Очень делаем аккуратно. Чтобы, не дай Боже, у нас где-то с тобой не сломалась.
Если вдруг у тебя получится так, что вырезал неаккуратно, сломалось, у нас с тобой обрезочки есть, там еще это, значит, накладывай по новой, шаблончик обводи и вырезай. Так, и вот здесь вот. И вот здесь вот. Все, вот он, фюзеляж, мы с тобой одну часть верхнюю вырезали. У нас остается нижняя часть. Но нижняя часть тут вообще очень такая сложная. Поэтому ее-то мы и вообще очень при очень аккуратно начинаем вырезать. Начиная вот с этих, вот с этой части, вот где много-много различных выступов, начиная оттуда ее резать. Чтобы у нас все получилось аккуратно и красиво. Так, нижняя часть вырезана. Переходим вот сюда, вот где как хвостик. Есть. Здесь вот выступ. Есть. Если что-то где-то там потом уже по месту. Мы будем с тобой вырезать. И вырезаем по линии, по оставшейся линии. Мы с тобой, придерживая аккуратненько рукой, и вырезаем. Все, у нас вот она такая вот деталька получилась. Можно примерно примерить, как же это у нас будет выглядеть. Это вот у нас получается идет вот она верхняя часть. Так. Ну вот, на следующем уроке будем с тобой стыковать все это, будем подгонять и будем собирать. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.